Вот, все, теперь можно. Ты посмотри, он едет на немецком. Вас исключили из игры. Сучара, на нахуй! You have been kicked. Ты взял себе панзерфаус? Сзади у нас, сзади. Да-да-да. Я бросаю маленький сюрприз. Давай, я по прямой еду пока. Ой, маленький сюрприз, это плохо. Я вижу. Хорошо. Коль, русского трахай, блядь, русскую шумовину. 10 секунд до возрождения. Нас на респаун. Ебать, хорошо сшибли. Ой, извини, как-то не очень аккуратно. Сейчас подберу еще раз. Коленька! Огонь! Меня сейчас быстрее подобьют. Я даже не успел прицелиться. Ну что ты за сука бесполезный? Подожди, возьмешь фос. Чем? Коля. Я и так все, набрал. Нет, не смог. Блин. Ты ограниченный был этот. Нет. Окей, хорошо, ладно. Да, надо ехать наоборот, по идее. Когда стартуешь, я также все спокойно нет. Могу двигать голову. Если ты садишься я на... Ебать! Слушай, когда садишься на первую позицию и не садишься на другие, у тебя ограниченный арк там. Только 20 градусов. А когда ты занимаешь вторую позицию, садишь обратно, ты можешь крутиться вообще головой полностью. Так, тап, куда, тап, куда выходить? На эту? Вот я вот уже подъехал, вот, вот, вот. Ты под колеса бросаешься. Я думал, ты остановился. Я, честно говоря, тоже думал, что я остановился, блядь. Конец долго, я пытался. Не, слышишь, раком, я боюсь, не хочу его брать. А то мне ненавидит. Ой, красиво как он не селит. О, блядь, в стенку попал. А, прикольно. А там у тебя соль, да? Давай, 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 давай. На нахуй! Нет, за нами кто-то едет. Вот не писался. Пипец. Не надо, ребят. Прямо в Джона, прямо. Блять, я не успел отбежать. Кажется, на мотике. Блять, пацаны, не надо. Охуенно просто. Стрелок от бога, блять. Это не задел, Андрю? Бля, это тоже, кстати, сохранить. Дави, 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 дави быстрее, дави быстрее. Я на спальне так на меня с мамой. Я это заснял, я это заснял. Бля. И это как? Посыпайся, что у нас летит, так тут осторожнее. А, с упреждением, окей? Угу. Слушай, мне кажется, они там засаду устроили, не нравится. Бля, я еще. Тебе так странно кажется. О, отлично. Отлично ты фронтовика подорвал, блядь. Его пердачину, блядь, летучую. Слушай, классно, прям упреждение попало точно. А я, кстати, подучился стрелять из панцерфауса, как раз когда мы играли вот на этой карте. Мы с Джоном перестреливались как раз с панцерфауса. Слушай, ну хорошо у тебя получилось, прям чётенько. Блядь, это свой. Блядь, чётенько, нахуй своего, блядь. Ой, блядь. Беги, 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 беги. Фронтовик нанеси, что ли? На стол накрывай. Я жду. Ладно. Я жду. Давай, блядь, перезаряжайся быстрее. О, ну тогда. На. Бля. Дойду. О! Ой, блин. Вышел. Вышел, да, я видел. Побежал на точку. А, не добежал. Через кусты бедра. Да, я видел. И немецкий респаун, кстати.
Нет, скорее спаун везде, блядь. У меня такое ощущение, что они спаунятся везде, блядь. Мужики, вообще-то это... этот... как его? Берлин? Я, блядь, пол карты нахуй. Пол карты нахуй бежал. Блядь, не понимаю. Отличная шутка. Слева клуба. Бежал на лестнице. Вижу, 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 вижу. Спасибо. Терраса. Близин меня пострелил в прошлый раз. Первый этаж, магазин, окно. Бля. Я через центр на точку пытаюсь зарашить. Но чё-то, блядь, у меня как-то хвойненько получается. Хорош! Прикольно. У нас там приехал. Перед бункером. Перед бункером? Да, перед бункером, там же приехал. Вон в кай, видишь, он там катается? Вижу, вижу. Блять. Охуенно. Я подумал, в прыжке получится выстрелить. Не бери их больше, пожалуйста. Так они вообще со всех сторон, даже с их спауна сидят. Вот он стреляет по мне, сучара. Даш, хули. На нахуй. О, отлично. Вот скай, вот красавчик, а. Блин, как ты залез, брат? Я полез, мне раз. Тут никак не сигналить нельзя? Можно нажать V4-2, например. И что-то не что-то. Не, именно этот, как его, гудок. А, не. О-о-о-о! Шикарно попал. Танки! Блядь, доехать бы, сука. Чё ж ты мне доедешь? Страшно, блядь. Немецкая шумовина, вот она, блядь. Блядь, что произошло? Почему у меня игра свернулась, нахуй? Что, блядь, происходит? Может, тебе нравится? Блядь, меня чуть-чуть как... не долетает. Блин, антивирус у меня обновился, сука, я живу! Блядь, охуеть, кого я подстрелил такой? Да, танкист выбежал там. На машине прибежал. На машине прибежал. Он приехал. К нам приехал. Убил его, да? Нет, я не убил, он там. Так, Коля, я опять с тобой. Коля, где танки? Не знаю, впереди машина едет, на центр. Две, слева. Бежит. Танк один слева. Так, блядь. Коля, осторожно, снайпер работает. Я понял. Кому ты жена глумит? Дырочку, блядь. Дырочку я залез, дырочку, блядь. Я тоже залез, блядь. Чё, лежи тут, сука, не дрыгайся нахуй. Члены свои, не дрыгай нахуй. Да, я чё, лежи тут, блядь. Ну что идут, мы сейчас танкиста встретим. Танкиста пизданули. Ублюдков встретим, блядь, морозный, здравствуйте, блядь. Включи сейчас. Сейчас мы и второго встретим. Где тут второй, блядь, ублюдок? Он творится вообще. Андрюша, лежи, Андрюша, меня блядь. Бомбят, блядь. Андрюша, это война, лежу нахуй, это серьезная тема, блядь. Яйки свои возьми в руки, блядь. О, всё. Блядь! Давай, походку делай. Блядь! Смотри, сейчас на пулемётчик, который на камне лежил. И вспомнил, как во втором этом... радар-оркестре баг есть с этим... с холмом, когда ложишься на топ холма, и пулемётчика не видно. Да, было такое. Может, и есть. По-моему, нет такого. Это, по-моему, ты мне рассказывал об этой штуке. Ну, раньше было. Ну да. Насколько же вас тут, ребят? Блять, нос. Берем. Не умираем. Не зарезал чувака. Берем, но не умираем. Не дали мне чувака зарезать. И 3, 2, 1. Давайте. Взяли. И взяли. Ай, молодцы. Ай, сущие красавчики, сука, блядь. 19 секунд, но все равно это ГГ. Ну, что поделать. В клумбу вернулся с этим, с пивком. Сразу взял. Давайте спуститься с холма. Да, хуй там спускаться. Ну да. Что?